Вот такая вот самодельная моталка для трансформаторов, катушек. В общем, мечта радиолюбителя. Сделана из алюминия. Алюминий не трубка, стержни. Все добротно, крепко. Видите, из какого листового алюминия здесь сделано. Видите, толщина какая. Миллиметра 4-5, наверное. Значит, четырехразрядная. Количество витков указывает вот этот разряд. Это десятки, это сотни. Это, так скажем, доли витка. Вот смотрим. Сейчас давайте проверим коэффициент передачи. Вот. Запомним. Вот так вот сделано два винта здесь. В этой втулочке. Вот, начали. Первые полоборота. Вторые полоборота. То есть за один оборот ручки два оборота оси. Ну а счетчик работает следующим образом. Самый правый разряд, так скажем, считает доли оборота. Следующий разряд оборота. Все мягенько, на подшипничках. Делал для себя, старался. Вот такое вот устройство. Так, снизу вот что. Все на пайках, все солидно. Спасибо за внимание, приятного просмотра. Подписывайтесь, иногда скидываю что-то интересное.